Сегодня день благодарения, короче. Вернее, вчера был. Я надеялся, что побольше будет результат. День благодарения в США. Здесь хорошая плаза, мусорка такая зачетная, но это плаза на одной, короче, но на одной площади с банком, а у банка своя security, и они почему-то считают, что мусорку продуктовую они должны особенно защищать, больше, чем банк. Это раздражает. По соседству футболисты, а так именно здесь это называется, футбол, тренируются школьники, короче. Молоко, видите, 1%. Прохладно, молоко в порядке, просто его некуда ставить. Это зелень. Кролику хорошо. Покупаю. Лук. Покупаю. Картошка. Есть еще. Мандарины на Новый год. Добрый старый праздник Нового года, чтобы оставался. Бекон зажарится. Банан. Это не бананы, а как я их называю, плантана. Типа бананов, но их жарят, короче. Дикобразы, блядь. Все, наверное, да? Туда нырять не надо. Так, бекон выкидываем. Сегодня день благодарения, короче. Вернее, вчера был. Я надеялся, что побольше будет результат. Надо утречком будет, когда все спать. Народу дофига. Выходной. Нормальные-то люди работают и радуются выходным. А для меня, прикиньте, четверг, пятница, суббота, воскресенье это. Аки серпом по яйцам. Ужас. Тут новая библиотечка появилась на улице. Я ее ни разу еще не проверял. Давайте-ка проверим, может повезет. Найдем Библию 1928 года и продадим. О, здесь для бомжей. Видите, Apple Sauce. Вполне реально хорошее яблоко сорта Macintosh. Это сорт называется Macintosh. Cheesy Tuna. Это, короче, макароны с порошком, который пахнет рыбой. Так, Wimpy Kid. А вот и Библия, но не 28 года. Слишком новая. Остальное все детское. Почему вы только детские книги выкидываете? Вы думаете, взрослые не читают? Вот хорошее, тунец. Я яблоко пожал. Яблоко. Я Винсент Килпастер. Малоизвестный блогер из малоизвестного города. Но когда-нибудь пройдет время, вы будете гордиться, что смотрели мои ролики. Да. Вы будете смотреть на меня и подкладывать такую музыку под мои видео. О героях былых времен не осталось совсем имен. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Когда-то в молодости я крышевал новосергелийский рынок и мечтал жить в Америке. Сейчас я живу в Америке и крышую мусорку. Рассвет и закат – лучшее время для фотографов и мусорщиков. Как-то утром на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка продавала виноград. Я краснею, я бледнею, я не знаю, что сказать. Господи, та-тайтан, вот же жопа твою мать. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, проебали, проебали снова мы. Проходим елочный базар, проходим елочный базар. Как поняли меня? С наступающим. Путь наш, однако, теперь лежит в зажравшийся район белых сюприматистов Seven Hills, или, говоря языком Пушкина, Семь холмов.
Здесь как раз был дом Ивана Демьянюка, карателя из нацистских концлагерей. Публика сильно с тех времен здесь не изменилась, но тут бывает хороший мусор и страшно. Российская полиция. Смотрите, какой знак. С прибытием в Seven Hills. Вот лучшее после библиотек, что создано в Америке. Так называемый рекреационный центр. Спортзал, короче. Если вы живете в этом районе, даже платить не надо. Всем приезжим надо. Там бассейн, банька, качалка. А вон моя мусорка, я там полился. Причем жестко. Менеджер вызывал полицию. Вот здесь засела какая-то женщина. Chicken Beer. По-моему, она едет что-то грузить и продавать еду. Надеюсь, она меня не вбагрит. От еды нас отделяет мощный оборонный ров, забор, сигнализация и камеры. Тыквы хорошо пахнут на рассвете. Ну, спаси и сохрани нас, Господи Иисусе. Раскудрявый. Отсос называется. Неполный отсос. О, я же вам говорил, день благодарения кончился. Начали выбрасывать индейку. Когда-нибудь придет день, и люди за все свои гребаные праздники, которые требуют массового уничтожения индеек или деревьев, попадут в ад. На самом деле они уже в аду. Они просто еще не знают. Они думают, это временные трудности. Наивные пидорасы. Вот лобное место казни елок. Чтобы ублажать людей, их здесь пытают и мучают, пользуясь тем, что у них нет голоса. Потому что планета захвачена двуногими потомками обезьян, у которых уже успели сформироваться традиции. Вот такие дела. Хорошего вам Рождества. Раскудрявый, заклён зелёный.